новогодние праздничные выходные дни прошли для наркологической службы в усиленном режиме. Организовывалась патронажная работа с семьями, злоупотребляющими алкоголем, проводилось консультирование при посещении больницы, а также через телефоны доверия. Оказывалась амбулаторная и стационарная медицинская помощь всем, кто в ней нуждался. По данным Республиканского наркологического диспансера, всего за праздничные дни к врачам-наркологам за помощью обратились 71 человек. В диспансерное отделение обратились 25 человек, а в стационарное отделение 46. Причины, по которым обращаются за помощью, остаются прежними. На первом месте по количеству обращений алкогольная интоксикация или отрицательное воздействие на органы и системы этанола и продуктов его распада, которые не могут на протяжении длительного времени выйти из организма. Данное нарушение обычно начинает прогрессировать после употребления алкоголя в больших дозах. В предыдущие года, да, именно вот в новогодние праздничные выходные дни были у нас случаи смертельных исходов. Ну, банально так скажем, что человек перепил, сердце не выдержало, или поздно обратились в медицинское учреждение. В этом году пока предварительно у нас по Ирзину два случая смертельных на дому зарегистрировано. Сейчас проводятся дополнительные исследования Бюро судебно-медицинской экспертизы, и уже к концу недели более точные данные уже будут у нас на руках.